Сегодня не каждый может позволить себе такую роскошь, как домашнее животное. А дети так просят пушистый комочек, с которым хочется поиграть. Родители понимают, что именно общение с нашими меньшими братьями помогает подрастающему поколению вырасти думающими и чувствующими людьми. Контактный зоопарк – отличная альтернатива и лучший способ познакомить детей с животным миром, научить их любви и заботе. Подробности у Елены Бабиной. Эти милые морские свинки, а с ним еноты, африканский ушастый ежик, канадская лисичка, мини-пиги, барашек, овечка и много других интересных животных встречали детишек с ограниченными возможностями. Управление социальной защиты населения района организовало для них увлекательную экскурсию в необычный зоопарк. Радно, что есть у нас такие предприниматели, которые готовы бесплатно принимать эту категорию деток, устраивать им вот такие вот хоть небольшие, но праздники какие-то, светлые дни. И на самом деле детки этому очень рады. И направление это сегодня очень перспективно, такой работы с детьми, потому что на самом деле дает положительные результаты взаимодействия вот со зверушками, то есть помогает детям в развитии. Контактный зоопарк «Зверюшки как игрушки» расположен в Расторгуевской части города Видное. Его посещение – это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, полное приятных открытий, новых знакомств и неожиданных встреч. Здесь на питомцев можно не только любоваться, а протянуть руку и погладить, зайти в вольер, пообщаться и даже покормить. Наш зоопарк ломает все стереотипы из-за того, что он контактный. То есть, когда дети приходят в зоопарк, они могут иметь полный контакт со зверенком. То есть, они берут его на руки, они с ним общаются, они сфотографируются, они кормят его. Детишкам рассказали много интересных историй про животных. Как и где они живут в дикой природе, как попали в зоопарк, чем питаются, что любят, как за ними ухаживать и кормить, а также интересные забавные случаи из жизни питомцев. Это наша лама, чудесная альпака. Это Фелиция. Фелиция ее зовут. Фелиция? Фелиция. Фелиция. Красивое имя. Она морковка. Она... Я тоже люблю морковку. Контакт с животными понравился как ребятам, так и их родителям. Алексей и Лариса привели сюда свою маленькую дочку Вику. И всей семьей чудесно провели время. Я тут уже потрогала ежика и покормила. Очень хорошо то, что, во-первых, можно кормить непосредственно, как бы общаясь с животными. Да, вот. Очень понравилось, очень замечательно. Спасибо за организацию. Зоопарк очень понравился. Все так чисто, ухоженно. Зверюшки тоже такие все красивые. Вот. В хорошем месте находится, как бы далеко ехать не надо. Ребенку вот радуется ребеночка, у нас дочка. Все хорошо, все замечательно. Такие социальные акции в зоопарке проводятся постоянно. Здесь детям интересно. Ведь в современном городе появилась редкая возможность прикоснуться к многообразию мира живой природы. Елена Бабина, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.